le priorità if he becomes president, okay? Which когда вы станете президентом, то какие для вас приоритетные будут задачи, которые вы будете решать? Приоритетные задачи, в первую очередь, это развитие экономики. В первую очередь это человек, человек труда, забота о человеке, о подрастающем поколении, безусловно, и добрые, хорошие международные отношения, условия работы, заработные платы, чтобы человек радовался жизни. У нас не так большой век жизни на Земле. Мы должны создать все условия, чтобы человек на работе, с работы, вот с песни получал сердце. Наташа, изоляция России от Олимпик Геймс, чемпионшип, вся эксклюзия. Что думаете? Что вы думаете по поводу того, ну, вы отвечали уже на этот вопрос, что спортсмены изолированы в Олимпийских играх, в международных соревнованиях? Я был на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Я видел, как Италия готовилась, как принимали радужно. Не хотел бы я сказать, но, по-моему, российским спортсменам тепло, очень тепло, хорошо относились. Мы тоже жили в гостинице, болели за наших спортсменов. Я думаю, что Олимпийские игры, ну, рано или поздно Международный Олимпийский комитет должен определиться. Но мы же помним, значит, Де Кубертен, когда он Олимпийские игры возродили, он как заявлял и говорил, о спорт ты мир, о спорт ты мир. Поэтому в основе Олимпийских игр, чемпионатов мира, международных спортивных игр необходимо всегда рассматривать в основе, чтобы был мир. Мир в той стране, где проводятся Олимпийские игры, большие спортивные соревнования, чтобы не было изоляции спортсменов, не было. О, спорт ты мир. Призыв Кубертена, он должен жить повседневно. Здравствуйте. Знаешь фестиваль Сан-Ремо? Я смотрю его всегда. Да, браво, браво. Смотрю сегодня, мое сердце. Сегодня Сан-Ремо. О, Сан-Ремо, это одно имя, Сан-Ремо уже сразу тепло по сердцу идет. Но мы любим итальянцев, любим. Да, 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 итальян знаю. Спасибо. Мы чем-то похожи, даже этим похожи. Да, да, кстати, да. Сейчас мы. Спасибо.